Привет, друзья! Сегодня у меня для вас такая распаковочка необычная будет посылки, которая мне пришла к этому сезону. Ну, наверное, вот уже по этому элементу вы все поняли, что это такое. Мы его пока отложим. И вот чуть позже к нему вернемся. А вот основная тема, конечно, вот он здоровый, капец просто. Так, чем бы тут разрезать его? Запаковано добротно очень. Боюсь, что сейчас это надо будет как-то все сократить, потому что смотреть, как я его распаковываю, наверняка никакого желания ни у кого нету. О! Ничего себе! Тут еще одна сумка. Там огромная сумка. Сумка-ранец. Офигеть! То есть это можно так себе прям одевать на спину. Ну, сейчас примерю. Вообще шикарно. Друзья, шикарно. Это я смогу залазить на велосипед, в этот рюкзак еще засовывать всякие приманки. Да тут оно здоровое, этот такой ранец, что туда, мне кажется, можно засунуть и спиннинги тоже. И просто одеваешь его на спину и поехал на велосипеде. Так. Вот. Офигенно. Блин, меня радует вообще. Интересно, а палатку туда можно засунуть будет? Чтоб ночные рыбалочки. Так, ну ладно. С рюкзаком еще разберемся. А теперь посмотрим. Так, это ремкомплект. Пока это не нужно. Отложим в сторону. Сейчас вот эту штуку стяжки стягивающие. А вот и сама посылочка, которую я так ждал. Конечно, тут все грязно, капец как. Сейчас не хочется это все пачкать, но по ходу дела придется, потому что, ну, я реально хочу его испытать, накачать, посмотреть все, рассказать вам об этом. Так, вот это что такое? Какой-то... Что это такое? Так, а вот сиденья, значит, сиденья надувные. Вот у них такие же клапана, как на флагмане, что несказанно меня радует, потому что не надо ничего будет колхозить, и те же самые насос второе сиденье, потому что оно у меня двухместное, как я задумывал. А вот сам фишка я. Так, что-то тут уже вывалилось, это для спиннинга стандартный. Вот такие вот для крепления, я так понимаю, сидений. Их два. Это запасные электросы, по-моему, это называется. Так. Ну и вот сам фишкаяк. Сейчас придется его все-таки на земле разложить. Наилегчайший. Вообще просто вот у меня в руках, я его держу, он вообще ничего не весит. Сейчас мы его вот здесь разложим. Так, и вот такой вот фишкаяк. Здесь такой капюшон, чтобы можно было в него класть портфель, там вещи. Специально заказал большой капюшон, а сзади попросил, чтобы ничего не устанавливали, чтобы можно было максимально сюда сдвинуть сиденье для второго пассажира. Бренд «Рыбалка по Русову». Ну что же, начнем накачивать скорее его. Поехали накачивать.
левый борт. Сейчас посмотрим, за сколько он накачается. Так, приступим к распаковке весел. Весла пришли трехсекционные, как я и просил. Такие вот качественные. С разным поворотом должны быть. Я надеюсь, что меня услышали в этом. Да. Все так и есть. Все как надо. Раз. Такое вот весло. Тут специально, чтобы вода не заливалась. Сидушечки накачиваются. Сейчас будем их устанавливать. Вот таким образом это все делается. На самом деле, самый, наверное, тяжелый вообще с горки этот процесс. И нужно это все делать наверняка не на накачанной лодке. Когда она еще спущена, потому что сейчас вот мне пришлось чуть-чуть ее спустить, чтобы нормально все сюда залазило, в эти пазы. Установил сиденье. Я уж не знаю, правильно, неправильно, потому что надо еще это все посмотреть, почитать. Я прям сегодня получил на почте, неожиданно для меня. Очень быстро все пришло, поэтому я еще формально не готов. Вот тут такая гребенка, то есть через нее пропускается подобный вот пластиковый стержень такой. Он проходит через гребенку, и тем самым сиденье крепится надежно. Весло крепится тоже очень удобной такой вот штукой, то есть она забрасывается просто, и вот все, никуда не денется. Это под спиннинги, спереди, сзади. Я еще заказал, чтобы самому куда-то их разместить. Фух. Так. Ну, в целом, вот, скорость отличная. Все нравится, вообще удобно. Сзади полно места просто. Я не знаю, можно все что угодно убрать. Главное, это все крепить как-то. Думаю, второй человек тоже вполне реально сможет разместиться в ней. Вот. Но относительно ловли еще попробуем. Как будет удобно, неудобно. Но в целом она такая невертлявая. Вообще все шикарно. Сейчас развернемся против течения, но зато тут ветер нам помогает сбоку, то есть вот вы там половили, прикрепили сбоку. Также мне еще надо продумать, какой якорь использовать. Сиденье прям офигенно удобное, на нем прям хочется заснуть. Оно держится на вот этих вот, ну, спинках, фиксируется, за счет чего можно, чтобы спина не напрягалась, вот так вот комфортабельно откинуться и просто наслаждаться, сплавляясь вниз по течению там какой-нибудь мелкой речки. Я, кстати, очень много планирую посвятить в этом году именно этому, как поэтому я купил удачника у Лехи, точно такой же фиш-каяк. Заказывали мы его в тайм-триале. В общем, пока я прям очень рад, это прям вот идеальная такая вот небольшое плавательное средство для рыболова. Тут практически все предназначено для этого. То есть ребята разрабатывали его конкретно, продумав
продумав все нюансы. Есть места для спиннингов. Ну, в общем, все вообще вот предназначено. За счет того, что она более широкая, чем обычная байдарка, то вот устойчивость у нее очень хорошая. Она позволяет при этом, ну, нормально ловить, потому что на других байдарках такого нету, которые более узкие. Конечно же, скорость будет быстрее на других. Но нужно понимать тоже, что за счет скорости вы потеряете в устойчивости. И для рыбалки, ну, можно перевернуться, особенно если человек навыками не обладает, например, как я. Поэтому я вот такую себе приобрел байдарочку. Мне нужно было плавательное средство какое-то, так как всегда с собой таскать ПВХ-лодку на какие-то водоемы ее просто нереально. То есть где особенно нужно на себе нести это все дело. А здесь можно все положить в рюкзак, туда же, ну вот в этот вот, от фишки каяка, туда же положить приманки, насос, одеть все это на себя, куда-то дойти пешком или доехать на велосипеде, все это разложить. Или, допустим, если рыбалка какая-то короткая, и вам нужно прям буквально, вы знаете, точку какую-то, недалеко там запарковали машину, быстренько ее накачали, сели и половили там пару часиков, потом также быстро скачали. Вот я сейчас накачиваю, но буквально на все про все уходит 15 минут. Я думаю, что это очень удобно будет вот для каких-то условий рыбалок. Обязательно, в общем, буду везде на этой байдарке ходить.